Так, Шайтан, Фулгрим, Рик, Лавкин, Софи, Декин. Никого не забыл? С Деким там далеко. Не, нормально. Нормально, не мешайте. Я закрываю. На север вдоль реки. Смотри. Я дальше вдоль реки смотрю. Угрива, ты там челика за камнями убил, да? С железкой. На моей синей метке я попал по нему точно, но могу ее пропустить. Живой там или еще один к нему пришел. Сейчас наша сторона пройдет минные поля, мы сразу же пойдем вперед на мою зеленую. Бля, танк должны выкатывать. Съебите. Есть труба, если что. Моста, моста. Сейчас будет моста. Слева от ЖД, запад от ЖД. Передернул него, ну в смысле метку. От ЖД, от ЖД ровно перед мост переехал. Запишите, пожалуйста, это. Прям по ЖД едет. Да. К нам? У камня разворачивается. Блять. Нет, все, уходит от ЖД. Ну по ЖД едет, но уходит от вас. Все, забейте. Свернул. Вниз свернул. В домах. Я тоже. Тишина. Ребят. Метку поставил, это Хемит стоит. Его нужно уничтожить рэмом. Далее все, уходим. На юго-восток пошли. Его охраняют, наверное. Ну, а, понятно, всего. Теперь. Че, туда типа уехали, да? Может, я за тачкой обратно схожу, если что, на всякий случай заберу вас. Садись, садись. На коричневой твоей, да? Да. Понял, оттягиваешь назад. Это что там стоит, квестовая херня? Да, да. Такой здоровый трак. КШМ, короче. Это медицинский хемет, это медицинский хемет. Ключевой с... Забейте, это медицинский. Уехал, да? Да. Он туда уехал. Короче, ключевой хем такой с будкой сверху. Ну, с будкой, короче. Не квадратный, а с закруглённой крышей. А медхем, то он такой с красным знаком. Если я найду живой, я трубу пожертвую на него тогда, чтобы не подходить в упор. Тут два хаммера, блядь, стоит. Пушайте, два отделения. Там Лавкин, Декин, Аст, Лавкин. И рядом с тобой я. А погоди, позицию займу, я вижу челика. Да, да. Все, теперь я знаю, как они выглядят. Так, я смещаюсь. Я подползаю. Слышишь? Ну, я примерно могу прикрыть. Все не видно. Я ебать, он открыто сидит. Не может нахуй его. Но труба нужна. У тебя окок, да? Ну, у меня ночной прицел вражеский. Стреляет. Я. Как мы шли, за нами идут. Угу. ДВшка. Влево-вправо. Мансит передо мной. Лег. Нет. Боже. Передо мной. Лег. Деким. Ну, с биноклем в руках, да? Лег. Мы встал. Метку. Лег, встал. Да, все, Деким. Все, все, все. Фулгрим дал метку. Там просто что-то маякнуло, а что я не вижу. Он один был, что там?
Ну я убил одного, больше да, ниже пока. Прицел. Он кому-то докладывал, когда меня видел. Пизда, у тебя в упоре, что ли? Да, в упоре. Я его въебал. Рик, Рик, я около тебя, Рик, я около тебя. Да, да, я понял, ты рядом стрелял. Тут машинка стоит, еще будет. Шайтанковая? Да-да. Понял. Так, я вот здесь, Рик. Джишка, Джишка. По Рику, скорее всего. Нет, 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 это дальше. Может, фукрим шайтан? На синее, вот здесь. Может, какие-то рандомы, блин. Все, тишина в КВ, сейчас спрашиваю. Блять, у них форма фул зеленая, или все-таки есть пятнистые? Я вижу форму, но она не как у нас. Если не закатанная в КВ, то мы спейнерить какой-нибудь, может быть, полоклавит такой. С джишкой. Стреляю, что-то. Скорее всего, да. Минус. Кого-то у них форма видит, пиксельная. Ты идешь вперед? Нет. Да кого-то видит. Сейчас ебать. Я поставил справа КВ врага. Актуально. Я тут утром. Вдоль дороги, стоги сена, отдыхаем. Это Лавкин стреляет. Лавкин. А мне? По тебе? Вот, откуда, откуда? И что-то он тоже со спины шел? Я лег. Повтори. Тоже со спины шел? Нет. Он на западе был. По тебе откуда? Не знаю, я слышал только хлопок. А черный дал, где убивал? Вот здесь вот убил челика, но он 300 не добил. Рик, я близко, я не лежу, я хожу пешком. Я лежу. А я нет, я хожу. Давай. Что-то он, я поменял позицию. Я за спиной. Куда работает? Как будто кусты да, двигались. Его запад Лавкин. Я жив. На мысе. Немножко прошел, Рик. Пока мы сейчас работаем. Рик живой? Да. Рейки. Не, живой, это не по мне, это где-то в районе. Типа скрипа. Каким со мной? Еще пех убил. Сыграл, ты с другой? Нет, у меня только этот... Чёрт, да. По кому? Возле меня попа Софья. Отъебал. Софья жива? Возможно, в унке. СВД. Дэхим. Софья, Пас. Наверное, в унке. И Дэхим и СВД снял. Дэхим. И в унке, наверное, валяются. Я бегу проверять. Я просто вижу впереди Лавкина, я сзади вижу. Сейчас отключусь, если что. Давай. А здесь они на метках. Я пришла в себя. Сейчас я так не слышу. Я так и набегу спасти в себя. Я к нему. Я слышу его себя. Таким. Я не слышу тебя. Рядом со мной. Ты там хочешь? Ладно, да, ты? Да. Что, я прикрываю? Софья, я СВДшника ёбнул. Софья, лечись. Софья, ты ну, говоришь или ты опять в унке? Я говорю. Я их прикрываю. Рик, ответь, пожалуйста, мне что-нибудь. Я лечусь, мотаюсь. На. Понял. Я к тебе перебегаю, этот... Таким, где враг был? Где враг? Убил? Да. Но он орал, я думал, это ты орешь, это он ранен. Давай химик взорвем, подожди. Потом да, Софи перевяжи. Иди занимайся, я Софи сам залечу. Иди с химтом.
А это вы слева открыто? Открыл карту. Нет, это враг. Убил? Там техника какая-то едет. Своя, не понимаю. На краю карты она. Чей пуск? Бля, нам надо быстрее. Тащи ее за камень и брось ее. Давай, так, мы идем. Так, живой? Я рай. Это наша едет. Наша. Это наша, Эй, Декем, я жгу наложил. Она будет жить. Как? Я по краю карты бегу просто. Я уже у Хемита плат. На краю карты был челик. Там. А, ты, это ты, блядь. На краю карты был челик, он мог 300 быть АХЗ. Похуй, взрывай Хемит. Фулгрим живой? Фулгрим. Да, он 300. Отлично. Вот это М2 сейчас стреляет по врагу. Она убила его. Возможно, там еще есть. Кто там к Хемиту подходит? Блять, у меня стамина кончилась. Там под ним может быть. Кину грит. Давай, я тоже. Граната пошла. Я все. Че, все раз сидят? Зайди, поставь. Сейчас, стамин закончится. Давай, я подойду к тебе. Где ты? Все, бегу. А кто ползет с нуля карты? Я. Все. Ставишь? Да. Не могу закрепить на нем. Ну, короче, под него поставил 30 секунд. И шо, блядь, еще нужно. Фулгрим на актуале? Да. Я вот тут убил сейчас одного, могут быть еще. Хар поставишь? Он сгорел, все. А, отлично. Надо это как закончить взрываться, подойти. Ребят, короче, нам. Нас могут эвакуировать на страйкере по краю карты, чтобы ну туда вот противнику ближе. Подтверждено. Подтверждено, красное написано. Все-таки медик нам трэп не помешает. Зеленый метод туда. Смотри, еще могут быть хуи. Сонечка, ты че филонишь? Пешком не можешь ходить? Карт там по дальней. Так я на зеленый вожу. По технике есть какая-нибудь вражеская? Не знаю. Зачем ты нас увидел? Просто там семерка лежит на стогах сена. Рик, ты подходишь на зеленую? Сделать выстрел или найдешь? Да. У меня навигатор надо. РМ и все сели? Нет, еще. Нет, Рик я идет, я прикрываю пока. Давайте ждем. Даже нога сломана. На борту? Все, по сути, да, все. Все, едем. О, нет, да, техно, блядь. Бежали. О, это по нам. Кого-то выкинуло. Это кто у нас? Ладно, помогите вам. Все, приехали что ли? Нет, мы едем дальше. Рема тут, подождите, нам она сработает. Скажите, кто без сознания. Декем, я мотаю голову. Декем. Декем охуево. Да, у него голова. Софа? Софа? Проверяйте друг друга. Докатимся по окружной скорости. Рик? Да. Угу. Она
хуя выпрыгивает-то? Фулгрим, ты живой? Фулгрим, вы что? Фулгрим, ты выпрыгнул, что ли, Фулгрим? Так, да, я да. Морфию еще. Не надо! Калий, морфию, я колол. Я тебе соф адреналин вколол, ты пришла. Адреналин, калите мне адреналин. Рик. Калик, слышал, Дэйкем. Чинить будешь ты, я... Шайтан. Я тут, все норм. А чё? Меняем КВ, меняем КВ и потом покидаем. Покидать машину я прикрываю, пока выходите. Мне чё, тоже выходить? Оставайся. Я вообще не смогу ходить, но как? Я не понял, а чё, мы пешком побежим? Ну мы нихуя не сделаем, да, пошли. Пошли на север. Вы? Кому? Лапин. Я жив. Блин, с домика. Блять, из-за дыма ничего не вижу. Убил. Кардио, по-моему, там РМ спрашивает. В доме второй этаж 300. А, значит, на первом еще есть, слышишь? Лавкин, к нам ближний. На первом хард. Блять, хард на входе прям лежит. Есть, на первом, на первом кто-то. Из хада вышел? Не-не. Отходите. Сейчас ебанет дом. Жив? Да. Карт минус, да? Да. Софи. А Софи где просрали? Он у вас жив, что ли, под ногами лежит? Проверьте, как-то он лежит странно. Я тут пока крутился, где-то увидел хаммер, то ли что стоящий, пытаюсь найти его. Можем сесть и уехать отсюда. Я не помню, где я видел. А, вот. Но это этот мрап их не стоит. Ты можешь с харда ДВшку взять? Или нет, уже смысла, интересно? А тачка рабочая. Я на метке на перекрестке на дороге. Честно, я не знаю. Видишь метку? Понял откуда? Я не понял, у меня машина гудит. Да, там где лапа. Спешился пока.